Монета 15 копеек 1915 года. Период правления императора Николая II. На реверсе монеты под большой имперской короной прописан номинал. Между двумя шестиконечными звездочками число 15. Под ним обозначено название денежной единицы. Надпись одной горизонтальной строкой «Копеек». Ниже под горизонтальным разделителем в виде двух стилизованных разнонаправленных линий с крестом из точек посередине указан год чеканки монеты, дата 1915. Слева полукругом лавровая ветвь, справа дубовая. Внизу ветви связаны бантом в единый полувенок. По окружности канта имеются рельефные элементы, выполненные в виде зубцов. На 15-копеечной монете образца 1860 года под датой чеканки должны быть буквы S.P.B, дословно Санкт-Петербург, знак Санкт-Петербургского монетного двора. На данной монете такого знака нет. Это связано с вступлением России в 1914 году в Первую мировую войну и небывалым патриотическим подъемом, в результате чего было произведено переименование всего, связанного с Германией. Пришедшее из немецкого языка название столицы Санкт-Петербург было заменено на Петроград. Поэтому буквы S.P.B. были убраны со всех монет. Из-за войны и последующей Великой Октябрьской социалистической революции новый знак монетного двора так и не был внедрен. На аверсе расположен малый государственный герб Российской империи образца 1856 года. Под большой имперской короной двуглавый орел, коронованный двумя императорскими коронами. Все три короны соединены лентой ордена святого апостола Андрея Первозванного и символизируют три покоренных царства – Казанское, Астраханское и Сибирское, а также данное Богом единство царственного священства – в лице народа, власти и религии. На груди орла расположен московский герб, щит с изображением святого Георгия Победоносца, верхом на коне, копьем поражающего змеевидного дракона с крыльями. Вокруг щита орденская цепь ордена святого апостола Андрея Первозванного. На поднятых и распущенных крыльях орла размещены гербы царств Казанского, Польского, Херсонеса-Таврического, соединенные в один герб гербы великих княжеств Киевского, Владимирского и Новгородского, царств Астраханского, Сибирского, Грузинского и Великого княжества Финляндского. В правой лапе орла скипетр, в левой – держава, символы государственной власти императора. Под правой лапой орла изображена буква «В», под левой лапой – буква «С», инициалы минцмейстера монетного двора Виктора Смирнова. По окружности канта имеются рельефные элементы, выполненные в виде зубцов. Гурт монеты рубчатый. Монета образца 1860 года – изготовлена из серебра 500-й пробы, так называемая белонная монета. Вес 1,8 грамма, диаметр 17,5 миллиметров, толщина приблизительно 1 миллиметр. Чеканили монету на Петроградском монетном дворе тиражом 59 333 333 штуки. Средняя цена 300 рублей. Конкретно эта монета куплена за 250 рублей.